Угроза экономических санкций против нашей страны не новость. Вам наверняка известно, что США неоднократно проявляли враждебность по отношению к иранскому народу, выступали с угрозами и вводили санкции. Это особенно касается событий последних двух лет. США открыто заявляли о том, что пытаются наложить санкции, которые бы парализовали Иран. Однако они убедились в том, что иранский народ смог преодолеть эти ограничения и угрозы и превратить их в новые возможности. На сегодняшний день Иран 17-я крупнейшая экономика в мире. Несмотря на санкции, иранские ученые смогли построить космический аппарат, с помощью которого мы отправили в космос живых существ. Можно сказать, что на этом пути усилия США не увенчались успехом. На самом деле Америка добилась совсем другого. Она лишила своих граждан возможности выгодного сотрудничества, как для крупного, так и для малого бизнеса. Также не нужно забывать о том, что у этих санкций нет законного обоснования. Многие страны, включая Россию и Китай, неоднократно высказывались против этих санкций. مشمول تحریم قرار بده علیه ایران